Какая самая страшная ошибка при похудении? Это не есть. Сидеть на диетах, урезать свой калораж меньше 1000 калорий, вы вводите свой организм в дичайший стресс. И он крайне быстро наберет свой вес, чем был до этого. Просто он еще не знает, что вы еще для него придумали и какой стресс вы решили для него создать.